не хочется ни с кем воевать, она стала саундтреком к одноименному фильму моему, короткометражному. Он всего 22 минуты. Называется «Не хочется ни с кем воевать». Да, где-то беспределом занимался, да? Там с мордоворотом одним. Ага, да. Там, оказывается, прав был. Я сначала тоже следил, потом понял, что надо здесь что-нибудь посмотреть. А, ну, конечно. Ну, все равно как-то грубо общались. Нехорошо. Что-то не постановочный какой-то диалог был? Почему постановочный? В смысле не постановочный? Ну, имеется в виду, это не постановка была, что-то живое там было или что? Нет, это фильм с ним, фильм. Съемка? Я не знаю, что они будут. Не, ну спас. Игорь там с одним мордоворотом в песне подошел к молодому человеку, музыканту, и грозился его побить. Это персонаж. Помощник продюсера подошел, а не Игорь. В кино и театр надо различать актера и персонажа. Не знаю. У нас до сих пор, поверь, фотограф ворует наши души. И складывает их на бумагу. Страс. А вот это даже от бумаги доказался. Страс какую-то коробочку маленькую там складывает. Это правда, Страс? Это охотники за привидениями. Такая вытягивающая штука. Иногда от Бога сладко награды. Мир такой в душе, что жаль потерять. И не хочется доказывать правду, и не хочется ни с кем воевать. В мире Божьем, в мире истинной правды, к чести, к совести не нужно взывать. Правду любят, правду ждут, правде рады. А значит, биться придется жаль.